атмосфера, профессионализм, драйв. Участников становится больше, вовлекаются и географически различные регионы, и численный состав становится больше. Это говорит о том, что ребята на правильном пути, и они вовлекают все больше и больше людей вот в этот замечательный проект. Нужно стараться двигаться, так скажем, в русле новых тенденций, нужно ловить идеи, воспринимать и учиться тому опыту, который есть у известных рестораторов, и рестопрактики такую возможность дают. Великолепные спикеры, ну где-то еще можешь послушать советы и идеи от такого мэтра, как Рам Михайлович Нациканов. Поэтому, с одной стороны, это знакомство с целью расширения круга профессиональных знакомств. С другой стороны, ты находишься в среде очень творческой, которая дает тебе массу интересных идей. И, в общем, ты получаешь очень интересные практические решения, поскольку мы здесь занимаемся разработкой вот таких интересных проектов в командах. Сегодня уже потенциал, думаю, у рестопрактик очень хороший. И само название «Ресторанные практики» говорит о том, что, может быть, уже пора создавать какую-то первую фазу, первую стадию какой-то стационарной школы.